Welcome to my project Naturist Notice with Amila, my dear fans. Bonjour les amis, hola, hola amigas, hola amigas, hola. Привет, мои дорогие друзья, всем, кто не знает, и все, кто на моем канале. Кто еще нет, конечно, подписывайтесь. С вами Мила, и я рассказываю о натуризме уже много лет. Я уже могу гордо об этом сказать. Итак, начинается бархатный сезон, и я шлю вам свое приветствие из Черногории. Да, в принципе, сейчас везде бархатный сезон, если вы собираетесь на море. То есть это значит, во-первых, нету жары, сейчас уже 10 утра, но не жарко, и вода очень теплая. Так что, кто еще не планировал свой отдых, планируйте к какому-нибудь водоему и отдыхайте. Ну и, конечно же, без одежды. Сегодня на нашем диком пляже мы не одни, то есть же есть ребята, мы поздоровались, помахали друг другу рукой, это пожилая пара, но из тактичности, конечно же, я их не снимаю. Все-таки прошли немного долгожданные дожди и закончились пожары, которые были в Черногории. Они вспыхивали то там, то здесь. Это было очень тяжело, страшно, когда горели леса и горели возле домов. И отдать должное, что отважным пожарным из Черногории, которые очень тяжело было это тушить, постоянно были машины, были самолеты, и, в общем, такая большая, очень напряженная ситуация была с пожарами. Сейчас прошли дожди, поэтому сейчас это хорошо, этого нету, и это, конечно, очень радует. Но когда едешь сюда, то видно, например, зеленые горы и немного рыжий такой лес, вот выгоревший. Если мы вот обратно поедем, если у нас получится, мы обязательно снимем, и вы в конце посмотрите, как Черногория выглядит иногда после пожаров на горах. Кстати, вот и вот так вот бывает. Кстати, я еще хочу сказать, почему и говорили, что ни одно из легенд названия, почему была именно Черногора, Церногора, потому что именно называют ее жители Церногора, не Монтенегро, а именно Церногора. Слово Монтенегро они не любят, они называют Церногора. Что после пожаров, то был черный лес, и, естественно, она были черные горы, и потому прошло название Церногора. Так что вот так. Ну что ж, шлем всем огромный привет. Давайте все на отдых. Конечно, кто загорает и отдыхает без одежды, это здорово. И помогайте своему здоровью. В первую очередь, что для нас? Это физкультура, зарядка и свежий воздух. Подумайте об этом. Итак, конечно, кто хочет увидеть много видео о моей жизни на туризме без одежды, без цензуры, добро пожаловать на мой Patreon. Ну а кто хочет увидеть горячие видео, ребята, те на OnlyFans. Ну что ж, всем пока-пока!